Сегодня у нас 31 июля 2022 года. И вот этот вот нагреватель воды прям даже у них работает. А у нас до сих пор не включили воду и продлили до 1 числа, что означает, что у нас больше 3 недель уже, получается, воды и не было. Такое вот у нас место, да, я хотел с него начать. И с него мы начинаем, я только зашел. Вот, как мы уже определились, то, что это Нерис, вроде как. Ну, условно, понятное дело, я не утверждаю. И, значит, у нас вот отдельный такой блок. Даже с полочками, даже у Эйдена есть возможность почитать книги, пописать что-нибудь. То есть даже свое место такое, правда, какое-то слишком, наверное, непропорционально размером человеческим. Ботинки-то большие, в принципе. Ну да, какой-то как бы как для детей. То есть за вот этим столом сидеть взрослому человеку, ну, даже ребенку за таким столом невозможно сидеть, это просто... Ну да ладно. Короче, сегодня у нас знакомство, продолжаем знакомство с Мисси, с кораблем. И я тут вспомнил, чего не вспомнил в тот раз. Нам надо найти, получается. Тут... Так, торговец, да, я, короче, здесь был. Значит, сейчас я этого доберусь. Вот, здесь у нас есть лебедка, которая сокращает наш путь. И там у нас один был товарищ, который интересную фразу сказал, когда я уже уходил. То есть это мастер. А он сказал, ну, может, он сейчас скажет. Ты идешь сюда или как? Какой-то своеобразный мастер. Я, короче, не знаю, о чем он. Так, вот кнопку нажал. Я тебе так скажу. У меня даже миротворцы покупают. То есть он какой-то вот, как это, нейтральный, что ли, получается. То есть он в тот раз тоже про миротворцев сказал такую вещь, то что, мол, зачем торговать с миротворцами, когда можно торговать со мной. Ну, как-то так, по смыслу именно. Значит, он продает, на самом деле, что, С4? То есть это можно будет прикреплять? Нет. Прикрепляемый нет, написано. Странно. А что у нас прикрепляемое? Радиус взрыва 5 метров, что, по-моему, больше, чем у нас сейчас, чем у нас на мине, да? Да, то есть здесь это тоже первого уровня, но оно тоже не прикрепляемое, а бросаемое. Но я, по-моему, купил этот чертеж просто так. То есть, как бы самый имба здесь граната, отмычки. Бумстик, ну, в принципе, такое себе повреждение получается. 480. В целом, как я заметил, там какие-нибудь летуны 3 уровня, у них около 1000 Нужно что-то еще? ХП. Ты знаешь, где меня найти. Похоже, тебе пригодились бы некоторые штуки, что у меня есть. Да. О чем мы с тобой... Ты сам будешь рад, что заглянул ко мне. О чем мы еще с тобой здесь могли поговорить? Ну, я вроде посмотрел здесь модификации. Все, что у меня есть, оно нормально. Мы сегодня вообще никуда не торопимся, сегодня как бы время еще 4 утра, суббота, тихо, спокойно, хорошо, и есть возможность действительно насладиться процессом, чем мы и будем Спасибо. Заниматься, потому Буду что ждать, когда вернешься. В планах у нас много всего разного, но мы пойдем постепенно. Вот, тем более я не буду никуда торопиться, у меня сегодня такой был день обучений, много новой информации, ее тоже надо как-то, так, это что у нас, по-своему переваривать. Вот так, еще выше можно, о, смотри, сколько здесь можно исследовать. Ну-ка, прочесть. История шифров.
Шифровальные устройства или машины использовались для шифровки и расшифровки сообщений. Первое шифровальное устройство было создано еще древними греками около 400 года до нашей эры. Для тайных переговоров между военачальниками это устройство, называемое скиталой, представляло собой цилиндр и узкую полосу пергамента. На пергаменте писалось сообщение, а затем обматывали вокруг цилиндра по спирали. Если я где-нибудь неправильно ставлю ударение, ничего страшного, я надеюсь. Особо сильно не критикуйте, потому что некоторых слов я не знаю. Либо в прочтении не часто употребляется, тем более всякие такие, как скитала, мне сразу смектала, ассоциируется. Так, ну мы исследовали, ну и чё? А почему ты не хочешь исчезнуть теперь вот? Как бы вот... Ну, мы прочитали, спасибо за информацию. Ну, обучение. Я как бы прекрасно знал, что сегодня у нас будет обучение. Мы находимся в библиотеке. Я имею в виду обучение не в смысле, как по игре, а в смысле, как будет продолжаться какая-то информация, которая с намеком на новую, естественно, информацию. Так, и шифровальный диск. Шифровальный диск — инструмент для шифровки и дешифровки, разработанный в 1470 году итальянским архитектором и писателем Леоном Батиста Альберти. Он сконструировал устройство, получившее название шифровальный диск Альберти, состоящий из двух концентрических круглых пластин, установленных одна на другую. Внешняя большая пластина была неподвижной, а внутренняя малая — подвижной. Ну, что-то знакомое на самом деле. Вот, что-то такое я уже где-то слышал, видел. Хорошо, может... Ну, я говорю, вот если бы они исчезли, было бы здорово по одной только причине, что, ну, как бы... Ну, как сказать-то? Все же понимают, о чем речь. То, что они будут при каждом вот взгляде следопыта, то есть здесь у нас получается выжившего. Так, где у нас? Вот, вот они вот будут вот так вот, ну, короче, это не очень красиво, потому что оно отвлекает, и надо вот помнить о том, что, ну, значит, вот здесь вот, условно, там на севере, там у нас вот эти вот, ладно, пойдем сюда. Ну, имеется в виду, там у нас, о, ничего себе, это что, вода? Как они живут тут оригинально, да? Вообще не жизнь, а... Так, здесь мы все были, здесь мы все делали, здесь мы все смотрели в этом. Джуан. Надпись где? Так. Здорово. Что-то они все перемотаны. Ты вообще жив? Ну, вроде да. Это я уж беспокоился за тебя. Так, вы что, братья, акробатия? О, во, вот это вот нормально. Правда, подошва, да не, навряд ли, конечно, она расплавится. Но бывает, кстати, такое, что и не особо большая температура надо. Ну, ладно, короче, это не про это место. Это еще у нас. Ну, что-то общее. Ну, в общем, опять же, да. Что там, Country Music Festival. Вот. Country Music, это нормально. А что там еще? All your favorite bands and much more. Что там, чеку? Ага. Так, ну, вроде никаких QR-кодов нету. Здесь тоже. Ну вот. А подожди, это что у них там? На столе бухлишка? Типа Wildest Horses. Типа как White Horse. То есть они еще тут и подбухивают. О, туса. Ну как туса, в смысле. Так, вот лампы висят. Но мне кажется то, что они даже как-то обозначаются, как и эти. Так, это что такое висит? Смотри-ка, нормально. Ага. Как в шкафах висит. Погрызанное временем
и всякой молью вон даже дырки. То есть зачем им, то есть как бы серьезно, да, то есть это, ну, такой винтаж в моде у них, настолько винтаж от слова как бы именно того, что оно. А чего вы все спите с открытыми глазами? То есть кто-то вот реально же мог бы поспать. М? Опять у них кантри фестивал. Эстивал. О, ну ты нормально так. Ну ты могла бы так не делать, ну. Как тебе там, нормально? Так, печаль. Мало того, что вы... Здесь какая-то, короче, ладно, лучше отсюда уйти. Здесь что-то паранормальное на самом деле происходит. Эти все спят с открытыми глазами или делают вид, что спят. Это прям какой-то Outlast напоминает. Так, дальше. The Man, Night. Так, опять Country Festival. Во! Здрасте. Кстати, у них вот, ну, что хорошо, мне что здесь очень нравится, даже что он там прям втыкает на это. Country Festival. Народу здесь прилично, кстати, можно читать, вернее, считать, сколько народу. Там что-то горит. Не самое тоже безопасное. Ну, в общем, о пожарной безопасности здесь вообще никто ничего не знает. О чем я хотел сказать? О том, что здесь народу много, и все вот по-своему разные, что тоже приятно. То есть именно разнообразие скинов и самих людей. О, я кассету еще увидел до того, как для Алисы номер 5. Кстати, это получается те, которые, ну, отец полицейский и номер 5, номер 5. Ну давай послушаем, что, интересно же. Так, я сейчас просто найду какое-нибудь место, чтобы было не вырви глаз, и еще можно было почитать. Блин, тут везде ультрафиолет. Тут тоже, короче. Давай вот здесь вот как раз для субтитров самое то. Для Алисы номер 5. Мы нашли, по-моему, да, сколько? Мы нашли раз, два, то есть три мы через... Прям по нечетным пошли. Ну ладно, очень личная серия голосовых писем будущего отца своей нерожденной дочери Алиса. Алисе? Алисе. Это письмо от Алисы, уже взрослой, своему отцу. А, это письмо от Алисы, то есть это... Блин. Ну ладно, короче, опять историю приходится слушать на раз конца. Я думаю, мы восстановим картину уже в промежутке. То есть это, наверное, последнее. Тут же неизвестно, какая она, да, если вот, ну, тут же не нажмешь, и сколько оно слотов занимает. То есть неизвестно, сколько здесь именно, как вот называется, кассет, ну, может быть, 5, 10, 15, сколько. Ну, давай слушать все равно, ладно, чё уж. Я думаю, ничего страшного. Такая вот очередная, можно сказать, печальная история в процессе
Так что, ну, они все живы, это хорошо, то есть они, получается, даже где-то здесь обитают. Ну, раз кассета здесь, значит, мы нашли их место проживания, ну, если это можно так назвать. Вот, продолжаем, продолжаем. Здесь еще у нас... Здесь, видимо, что-то в дальнейшем. Так, мы здесь были, да, вот здесь эти бухарики, да. Верно, мы просто что-то кругаля сделали. Я тут почитал вот это тоже. В общем, как бы, опять же, не знаю, просто недавно смотрел Фир, тот же самый, да, полностью. Достаточно, ну, там, в принципе, все достаточно коридорно, и как бы такие вот в пустоте часто всякие там плакаты или граффити, они бросаются в глаза. Здесь этого побольше, но деталей при этом не утрачивается. Это тоже прекрасно. Так, мы здесь все осмотрели, да? То есть вот прям от слова полностью. Что-то я отвлекся как-то на подумать. Так, здесь закрыто и... Опа, здорово. А ты что там делаешь? Один в темноте. Друг, ты что, как у тебя там? Я думаю, мы с ним еще как-нибудь пообщаемся. То есть он как-то надо определить, где он. Давай попробуем. Прыгать здесь нельзя. О! Это что такое? А почему вы в темноте? Вы же можете превратиться, алло. Они могут превратиться. Ну, это реально очень темное место. И не очень безопасно. Какие-то звуки, или мне кажется. Хотел бы сказать про сериал «Дарма и Грег». Это прям там Дарма. А Эйден очень похож как раз на актера, который исполнял роль Грега в этом сериале. Так что мы нашли Дарму, и вот пока что вот, что-то как-то ассоциации есть такие. Так, попробуем их найти сейчас. Только как? Ну, прыгать нельзя, плавать нельзя. То есть мы вот... Так, может, здесь еще кто-нибудь сидит такой по приколу. Очень своеобразное место. Я не знаю, что они там делают, что за медитация они там производят. Давай попробуем через верх. У нас миссия, да, нам надо пообщаться ну, я с мэром, естественно. Вот. Но нам бы как бы это. Ладно, еще я вспомню до самого. Наш клиент. Это прям этот капитан. Опять же, из метро Исход, да? Капитан пиратов. У него имя есть? Я просто не помню что-то. Ну, у капитана пиратов в этом. По-моему, есть. Что-то там. Там было какое-то упоминание. Я ничего не крала. Меня подставили. Вытащи меня отсюда. А? А, вот. А, так я. Мне кажется, вот это как раз и есть библиотека, да? Или нет? Что там внизу виднеется? Да, это библиотека. Теперь мы знаем, что это библиотека. Правда, она как-то экстремально расположена под открытым небом, то есть туда все. Но вот это, конечно, недочет, я бы сказал, в плане геймдизайна. С большим уважением, но серьезно, да, ну, как бы, ну, я не думаю, что они что-то там накрывают, или у них какая-то крыша, как от 911-го. Так. Ты круче всех моих знакомых мужиков. Правда? Мне этого еще никто не говорил. Я в это не верю. У них пока что диалоги. А не встретятся ли нам завтра вечером? Как на базаре. Встретятся? Да. Спасибо за предложение. Послушай, мне нравятся здесь диалоги. Ты очень милая и все такое.
Но у меня кое-кто есть. У тебя... А это разве не граффити? Есть? Ну, да. Слушай, что а сказать? Ночью-то... Это я типа как удивлена. Фосфор? Брось. Ну, как, который только ночью светится, ее же не было. Поняла. Офигеть, здорово. Ее же не было. Было просто вот это, The Harrington Lighthouse. А вот это, видимо, только по ночам. Как раньше были сотки там. Тоже. Ну, или просто часы у кого-нибудь с фосфором. С фосфорным таблом. С фосфором. Кому как удобно. Так эти договорили, блин, прикольно, прикольно. Но это не граффити. То есть здесь нет никаких ни ящиков, ничего. Но здорово. Супер. То есть тоже на внимательность. Вот это вот уже, как это называется, внимание к деталям, но при этом, ну, я только что показал, о чем речь. О том, что внизу библиотека, да, тут же тренируются ребята, отжимаются, и дождь. Ну, странно. Короче, давайте сначала по тюрьме. Тюрьма — это всегда весело. Ну, в смысле, в играх. Так, тут никого. Тоже ничего такого. Тут сова. Тут сова, я имею в виду граффити, то есть не пытайтесь здесь найти сову. Ну, это я просто называю первое, что я увидел. А так-то здесь, наверное, слова. Вот, просто граффити первый раз, когда я это увидел, оно было немножко в другом месте. И пока никого нет, короче. Так, подожди, кто там? Идем на третий этаж. То есть здесь, как и написано, типа блок A, B, C, там что-то такое, да? А, еще выше. Ого, там чья-то, видимо, персональная тюрьма. Так, прыгать нельзя. То есть, как бы здесь мало того, что скользко, так еще, ну, никак не перелезть. Ладно. Тут даже... О, за... нет, тут можно присесть, я хотел сказать даже. Что-то я пнутую кнопки. То есть... Кнопку пнутки. Даже так. Странно, я вроде ни во что больше не играл. Ну, ничего страшного. Мы, как бы, сейчас знание кнопок нам сильно не поможет. Так, что это такое? Это чей-то прям... H-блок. О, еще выше можно. Ну, наверное, не знаю. Ну, как-то здесь много чего закрытого, либо где-то еще, а это вот прям пост. Видимо, здесь будет в будущем что-то. Ну, как это еще объяснить? Мы на последнем этаже. Это что? Это... Свечи в камере? Хм, оригинально. Вот, ну то есть здесь, в принципе, как это называется? Ладно, идем дальше. Вот зачем стоячему кораблю создавать гудения какие-либо? Так, это что-нибудь еще скажешь интересного? Мне кажется, с тобой мы тоже еще пообщаемся. Ты никуда не уходи, ладно. Опа, можно зайти. А, да, это же типа пыточная. Как в The Last of Us 2 не хватает только... Как его звали-то, блин? Вот опять начинаю. Айзек. О, все, вспомнил. Хотел посмотреть в этом году, летом. Лето вот, кстати, у нас уже последний месяц. Может быть, кстати, начну смотреть. Last of Us 2 пересмотреть тоже как-то. Не то чтобы для сравнения, потому что... Так, здесь у нас еще. Может быть, как раз это тот самый проход? А, нет. Это как в больнице святого Иосифа, короче. Только... Наверное, записота какая-то должна быть. Так, там у нас аж целых
двое, с кем можно уже поговорить, получается, если они зеленым отмечены. Так, что здесь? Что здесь можно заприметить? Так, закройся, пожалуйста. Мы хотим уединиться, как железный Майк. Вот, на колени мы, конечно, вставать не будем. Речей тоже никаких произносить не будем. Просто осмотримся, как оно есть. Fuck you, fuck. Fuck you, так. Yes, you will light them. Кто-то даже гневно пишет. Ну, типа, покойся с миром. Тут... Это миссию получается. Наверное, какой-то зачеркнутый список. 35. Угу. Повторение. Ага, повторение. Жетоны, кстати, получается, жетоны миротворцев. Такие мы видели еще. Подожди, агитация какая-то. Извиняюсь за резкость. Что здесь пишут? Так. Блин, подойти надо было поближе, наверное. Чтоб почетче было. Так, 13 мая 2036. Ага, last base. Так, mission text. Типа, в лабораторию пошли. Так, мы... ZPS lost radio contact with him. Типа, потеряли с ними контакт. Сиера и Литл Рон. Подожди. Сиера и Литл Рон. По-моему, малыш... Ну, это же этот говорил. Как его там? Роу об этом говорил-то. То, что они потеряли. Так это отчет от 13 мая. Может, у нас сейчас 13 мая. Может быть, об этом речь? Подожди, еще один отчет от сентября. Так. Привет, Крис. Went to the street. The purpose. Угу. Ну, это надо переводить будет, короче. Так, мельком понял то, что то же самое, в принципе. Угу. Короче, кто лучше понял, может прям целиком перевод написать в комментариях. Ну, если кто-нибудь когда-нибудь увидит. Так. Если Фрэнс... Так, здесь еще Might Word Jog, Skilled Lost. Так, ясно. Они что там... Ага. Ну. В общем, так, записки, записки, записки. Кстати, какое-то новое лицо. Таких мы, по-моему, еще не видели нигде, ни в каких зданиях или еще где-то. И вот, да, вот девушку, по-моему, тоже еще не наблюдали нигде. Хотя не, по-моему, была. В каком-то здании просто вот. И вот, не, подожди, вот эти вот. Подожди, это что? Похож просто. Не, показалось. А что, Джоэл? Непонятно, нет. Так, еще одна какая-то девушка. Тоже не встречалась нам еще. Ну, хотя, мне кажется, она могла быть вполне на этом, как его называют, в госпитале. Когда на стене тоже такой. В стене того, что тоже они помнят. А это что за рисунки? Это случайно не рисунки?
Так, ну вроде мы все посмотрели. Здесь что, не горим? Нормально стоим. Щеточка, кстати. Заглянуть за туда нельзя. Тут огнетушитель. Очень в тему, между прочим. Вот, это у них получается. Каска. Причем тут каска? Вроде все. Ну, в смысле... Так что это, мы можем тоже, как это, как на Пасху кое-что сделать. Как там принято? Вставлять какие-нибудь вещи. Можем, например... Ну, положить, типа, пачку сигарет, да? Вот, типа это. Даже мы могли бы сюда, не, здесь она сгорела. Хотя подожди, а если мы бросим сюда? Так, а ну-ка. Вот. Так что положим еще одну пачку сигарет. Не? Куда она исчезла? А, вон, туда. Ну, короче, типа, вот. Цветов у нас же нету, хотя подожди, у нас же есть цветы. Давай это тоже. Уж поминать так по полной. Давай цветы. Цветы какие мы можем? Ромашку давай. Ценный предмет, между прочим. Ну ладно. Одну-то ромашку можно положить? Все, во, букетик. Через интернетик. Нифига себе, стопка. Ну вот, так что... Будем считать то, что мы как это... Почтили память. Ладно, погнали дальше. Пипец, там букет ромашек, конечно. Так, уже утро мы, однако, начали, получается, поздней ночи, а уже утро. Может быть, кто-то тут уже сейчас проснется, начнет ходить. Ты чё тут? Привет, солдат. Здорово. Чё ты кого-то мне напоминаешь? Короче, я вспомнил, как их звали. Бородатого звали, Берислав. А это Брукс. Это Брукс. Мы их видели в самом начале. Ну, это Матео. Мы их видели, получается, как мы только познакомились с... Стыдно это признавать, но я зарыдал, когда город озарил свет. Вот. Они вместе стояли в этом... Ну, короче. В Кориент, как оно там правильно-то называется. Этот у них лагерь миротворцев, не лагерь, а их база, как там это, метро-то. Железнодорожный терминал, вот как оно называлось, не метро, а железнодорожный терминал, вот, территория миротворцев, то есть их база. Так, кстати, у нас ничего нового не появилось. Вот, пока что, кстати, я немножко подостыл в плане, подумал о том, что мы не будем торопиться что-то подключать, какие-то подстанции, в том числе и в... Хотя мне очень хочется это сделать. Ну, я подумаю, ее можно уже подключить, то есть нам ничего не препятствует. Так, Мэдиграмс, бла-бла-бла, вот эта вот территория как-то резко стала красной, причем не это... Сделай что-нибудь полезное. О, я же говорил, можно поговорить, просто я не знал с кем. Типа, вот теперь у нас есть... А это у нас... О, это же то же самое, что и было в железнодорожном терминале, в главном. Это... Курьерша. То есть там был курьер, как его звали? Просто курьер. Узнаю твою форму. О, ты же из гильдии курьеров, да? Верно. Хочешь отправить сообщение? Нет. Хочу получить информацию, а не отправить. Тогда я не могу помочь. Да, знаю. А твой босс сможет помочь? Глава нашей гильдии? Дрискл? Возможно. Не знаю. У него есть полномочия. Но это должен быть какой-то особый случай. Моя цель вполне подходит под особый случай. Можешь поговорить с Дрисколом, но особо ни на что не рассчитывай. К этому я уже привык. Где его найти? В нашем штабе на Даунтаун Курт. В станции метро под тем же названием. Ты узнаешь ее, когда увидишь. И Дрискола. Думаю, тоже. Хорошо. Спасибо. Дрискол, он же Сранкл. Так, что там, курьеры? Ну, давай, побочное задание. Кстати, мы теперь можем что-то... Найдите штаб-квартиру гильдии курьеров. Мы теперь можем... Отвали!
Нам с тобой не по пути. Так, в смысле? Я вам вообще-то остров спас, товарищ друг. Если в столовой небезопасно, то где еще? Тебе так. Что-то нужно? Да-да-да, мы с тобой еще успеем поговорить, потому что мы идем наверх дальше, продолжаем. Мы никуда по сюжету не идем, сразу говорю. Бля, я терпеть не могу свою работу. Что там? Впрочем, лучше уж я буду по эту сторону решетки. Это да, ты права. Здесь что? Тебе не надоело? Ты там дыру протрешь. Так, в принципе, мы так размеренно. Ой, у нас еще 20 минут. Просто что-то такое ощущение было, как будто мы уже целый час здесь. Вот. Но мы продолжаем все изучать. Мне. Так, это что такое? Я думал, кто-то за стол пришел. Они еще не встречались со мной. Да? А ты кто? Ну-ка. Достоинство и мир, брат. Как же ты тоже на Брукса похож. Кошмар. Так, так это моя комната. Вот, она вся в агитациях. В моей комнате ничего нету, кроме поспать. На всякий случай нам подложили. То есть мы здесь одни живем. Я, кстати, когда сюда попал, я сразу думал, блин, а что у нас, соседи есть? Нет, у нас нет соседей. Мы прям в идеале. И нам вот сразу, как это называется, вот это получается тоже наш размерчик. И ботинки тоже. Если захочешь побыть миротворцем, то добро пожаловать. Так, ну там мы знаем, что прыгать нельзя. Так, здесь еще у нас. Унеси то. Я вам что, мальчик на побегушках? Так, типа офицерского корпуса. Так, кстати, мы здесь не были. Сейчас мы пойдем отыщем Дарму. Ты что, все нормально? Так, ушки на ушки на макушке. Где тут? Ты серьезно? О, фига у вас тут. Ну хотя бы у вас тут потолок не дырявый, то хорошо. Хотя не факт, мы сейчас поднимемся. Нет, нормально. У нас вообще есть шанс в этой войне? Опа, дверь. Опа, открыли. Ха. Так, это походу у нас здесь что? Это что? Так, это все двери отмечаются. Это чья-то комната. Скорее всего. Ну, судя по ванной. Ладно, короче. Ну, давай обчистим их немножко. Все равно здесь ничего нету полезного. Ну, я должен знать. Теперь я знаю, что лучше больше уже сюда не залезать. Но. А кто это сказал? Что? Так, здесь у нас печатная машина. Не думал присоединиться к миротворцам, Пилигрим? Я слышал, ты отличный боец. Эйдуна уже набросали там шлем, то бишь каску, и что еще, подожди, что еще, тоже решил присесть. Так, у них тут даже сигнализация есть. О тревоге, следовательно, ну, вполне возможно, что может быть нападение на... Доброго дня, гражданин. Я еще раз спрашиваю, ты как из петли вылез? Пилигрим, наслышан о тебе. Так. Не хочешь присоединиться к миротворцу? О, у нас новое... Дальше тут получается здесь... Ну, давайте сверху начнем. Сейчас. Бараки... Ну, сейчас. Или не, давай отсюда начнем. По очереди, пусть будет по очереди. Особо торопиться тоже не будем, чтобы, если что, какие-то детали в глаза. Опа, здорово. Так, это у вас типа душ, который... Во, вот это я понимаю. Вот это вот как это... Как в каком-нибудь... Постсоветском... Приветствую, гражданин. Пионерском лагере. Да не, на самом деле все было отлично всегда. Но, как вариант, если кому-то хочется сделать свою... лейку более продуктивной, то вот, пожалуйста. Так, ты чё? Сколько? Ага, ясно. Ну, мужчинами не интересуемся. Так, чисто подколоть решили. Здесь ещё кроватки, уютненько. Ультрафиолетненько.
Даже микроволновочка есть. Ну а чё бы нет, в принципе. Не самое сложное устройство. В том числе и для ремонта. Хотел бы, чтобы жители базара с нами больше разговаривали. К чему вражда? Мы все желаем мира. Чего не передвигаешься? Ты передвигаешься. Я думал, он так и будет стоять там до посинения. Так, это что у нас? Опять что-то на... непонятном. Здесь ничего не сканируется, ничего не находится. Окей, договорились. Так, про гильдию я помню, про все это я помню. Я хотел... О, есть у нас также... Medical Buy. Сюда никуда... О, это что, USB, что ли? Мне кажется, это... Реально. Так, там что у нас? О, я думал, это QRKD, это вентиляция. Здесь у нас правила, можно посмотреть на них сверху. Ну, собственно. Здорово. Одна тут отдыхаешь? Так, да, а... Я терпеть не могу свою работу. До 4, до 5. Впрочем, лучше уж я буду по эту сторону решетки. Мы можем это обсудить... в уютном месте. А то, что наша анкеточ покера куда-то пропадает, вообще непонятно. Надо ее где-то разместить еще. Так, здрасте, а что здесь? Как-то свет падает странно. А что, нельзя зайти подлечиться там? Ой, ладно. Видимо, тоже по сюжету. Так, бараки. Надеюсь, в бараки-то можно зайти? Так, свет падает красиво. Я все сканирую на всякий случай, чтобы ничего не пропустить. Ого, нормально у вас тут заполняемость. Прям что-то сразу... Мне почему-то напомнило... Чувак с базара поблагодарил меня за нашу работу. Цельнометаллическую оболочку. Я вспоминаю, ради чего я здесь. Подай это, унеси то. Я вам что, мальчик на побегушках? Может быть. Мы не знаем. Это что? О, кстати. Походу мы нашли проход к... Нет, это не оно. А, да, я вспомнил. Ну, я уже ориентируюсь. Я не сразу понял, что это обратная сторона. Так, здесь что у нас еще? Здесь у нас, опять же, комната типа сортир. Здесь у нас с оригинальными лейками большое количество. Вода даже у них есть. Все хорошо, полотенце, ну, в общем, как в лучших... домах Парижу. Ну, вот. Ящички. Просто я уверен то, что... Ну, не уверен, а как это называется? Предполагаю, что на одном из каких-нибудь стульев, которые я хотел бы назвать тумбами, может быть какая-нибудь уточка, например. Вот как вот здесь, вот что вот оно вот висит. То есть, да? Ради чего? Ладно, ничего нету. Предположим. Но кто знает, всякое же бывает, да? Опять же, огнеопасная лампа. Так, ну вроде все, и выйти нельзя, да? То есть мы, возможно, когда-нибудь еще посетим какие-то места, либо я где-то что-то просмотрел. Пока что, на данный момент. То есть мы не, подожди, мы отсюда мы куда-то там еще хотели пойти, сходить. Уже время у нас тут. Да, здесь все заперто, закрыто. Здесь тоже вот это же дверь, которая в казармы. То есть в бараке. Так, кому что? Подожди, запах, не запах. А, кстати, возможно, вот пока вот это закрыто, возможно... Так, а кто там все орет про ни за что-то? Так, у тебя что? Просто голос Хуберта. А не у сухопутных снабженцев в трюме. Ага, окей. Лук всегда есть. Зачем спускаться в трюм, если все есть на палубе? Действительно. Именно то, что нужно. Вот. Возвращайся за покупками.
Тут много чего напоминает мне сериал «Дарма и Грег», особенно озвучка. И мне кажется, тот, который Грега озвучивает, он озвучивает здесь Барни. Вот прям вот что-то вот есть такое вот на слух. Я не утверждаю, но вот очень похоже. Так. Дашь пройти, третий брат Берислава? Ой, то есть Брукс. Отойди, пожалуйста. Стыдно это признавать, но... Я зарыдал, когда город озарил свет. Ты лучше бы отошел. Так, ну вроде все на данный момент, да? То есть, если мы... А, кстати, если мы пойдем через нашу... То есть вот здесь, может, здесь тоже есть какое-то... Ну, все возможно, но я не знаю. Не знаю, либо я где-то проглазел. Прыгать нельзя, поэтому... Поэтому так вот. Тут мастер, может, через мастер? Мастер, ты не подскажешь дорогу? Эй, приятель, иди сюда! Так, здесь ничего нету. Прыгнуть, я говорю, никуда нельзя. Обидно. Ну, в общем, с одной стороны, мы все исследовали. Ну, уверен, мы сюда еще будем неоднократно возвращаться, поэтому, скорее всего, и... Как это назвать-то? И какой-нибудь путь мы еще... Что-то перепутал? Поговорим, нет? Так, ты уже у меня была на обложке. Так, ну мы здесь были. Кстати, а где музыка? Здесь же была музыка. Так, ничего там не появилось. Потому что я где-то здесь разошелся. Так, это кто? Это чтецы. Так, может я где-то здесь? Опа. Что всего у вас тут? Так, может быть здесь какой-нибудь шкаф поворачивается. Тайную комнату. Ладно, здесь ничего нету. К сожалению. А то просто они так оригинально сидят там и хочется тоже как бы туда как-то попасть. Вообще понять, зачем они там. Ну как бы ради какой... Именно он в ответе за бомбардировку в черный понедельник и смерть 2 миллионов человек. Кто говорит? Ты? Ты? Кто? Кто из вас? Здесь что-то обновилось. Может быть, днем здесь что-то бывает. О, музыка, зато музыка. Нет, днем тут тоже никого. Ладно. Ну, такой, чисто это. Напоследок. Твои мозги. Опа, опа, опа. Я думал, это они чем-то... Зараженные так не кричат. А как они кричат? Блин. Мне даже стало страшно. Один вопрос. Что он там делает? Сидит просто, отдыхает? Но у него хотя бы зеленый. Так, ребят, пацаны, девчат, вы кто? Вы тоже сюда перекочевали? Нет, тебя я не видел еще. Банку. Играют с едой. Ну, как обычно, конечно. О, эти зато свалили. Что у него там? Everyday... А, это типа местный этот. Его зовут Starbucks. Так, ну зато вот обновилось, появились товарищи разные. Но без... Появился ребенок. Там что-то зеленое. А, это я понял, это комната, которая закрыта. Это Мо без шапки. Это О. На помощь, спасите нас! Экспалибур. Тебе, прекрасная принцесса! Защищайте женщин и детей! Чего? Я разберусь с зараженными! Так, ты кто? Мне бы не помешала компания. Понимаешь, о чем я? Да. Но парни всегда где-то неподалеку. В смысле? Это ты оттуда сюда вернулась? Да, это она. Судя по волосам и по одежде, и ногам. А где там кто еще сидел? Вот здесь парень еще сидел. Вот, теперь он стоит. Эй, пс. Воду продаешь? Так, ладно.
Так, ничего не открылось. Сейчас я куда-нибудь добегу. Эти все еще играют с едой. Ну, не особо активно. Что мы можем... А, кстати, тоже. Дыра, опять же. На крыше. Человек. Еще один товарищ там что-то стукает. Так, здесь что-нибудь обновилось? Может, на доске что-нибудь почета? Вы о чем тут разговариваете? Понятно. Ну, в принципе, все. Всех послушали, всех посмотрели, как я думаю. Не особо спешно. Все... Этот не малюет больше. Вот это что? Это опять вот... Да, это опять вот так издалека показывает нам эту штуку, какую-то, ну, книгу с шифрованием. Все. В общем, ну, на данный момент... Пора двигаться куда-то в город, а то уже половина кнопок не за... А, во. Кто, о чем там? Ты? Уже другой, кстати. Не, то же самое. А здесь освободили уже. А, она переместилась теперь сюда. Понятно. Кто там орёт? Подожди. Может, кто-то появился новенький? Нет, в общем, ладно, я не буду это сейчас смотреть, проверять. Просто вот последнее, что здесь вот посмотрим. Так, тут появился товарищ, здесь ничего. Ладно, сваливаем отсюда теперь. Чё, наши все вещи забрали, надеюсь? Подай, это унеси то. Так ведь? Мальчик на побегушках. Во, хорош. Я слышал о том, что Роу покинул остров. Надеюсь, Мэтт знает, что делает. А, и вот, и пропала. Ну что ж. Пропала. Что я хотел сказать еще? Давайте здесь тогда... Ну, Эйден сейчас перекусит тут чем-нибудь вкусненьким. Вот. О. Классика армейская. И время у нас как раз, по-моему, да. То есть давайте отсюда продолжим.